из жизни разноцветного Хаги-Ваги, пятая часть. Это только закончится на том, когда Хаги-Ваги придет. Он заходит в столовую на обед. Офигевает, сколько тут еды, и идет. Все, сейчас мы найдем, закончится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока. Следующий будет ролик о том, как Тимофейка проиграет мафию.